Дегустация обычной минеральной воды напоминает дегустацию дорогого вина. Напиток нюхают, проверяют на свет. Эксперты сегодня даже не завтракали, чтобы случайно не обмануть вкусовые рецепторы. Они проверяют вкус и качество более 30 образцов воды, кваса, газировки. Особое внимание уделяют алтайскому пиву. Как вот мы говорим, это сырье, холод и совесть пивовара. Поэтому если совесть есть и сырье нормальное, то качество будет достойно. Впервые в истории конкурса на лучший напиток образцы исследуют в лаборатории. Например, так пиво проверяют на кислотность. Все газированные напитки и вода должны соответствовать ГОСТу. Поступают шифрованные пробы, их достаточно много в этом году. Они направляются в лабораторию, и мы исследуем напитки. Все это идет в закрытой форме, потом будет общий протокол с номерами, и уже эксперты, специалисты вскроют этот протокол и посмотрят, что отходит по качеству, что не отходит по качеству. Победители конкурса назовут 28 июня на площадке фестиваля напитков «Алтай-фест». Он пройдет в селе Новотрышкино. Уже известно, что в этом году «Алтай-фест» посетят несколько тысяч жителей края и страны. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.